утро. Всем еще раз с Новым годом. 4 января и мой первый вложок в этом году. Январский вложок. Год начался очень интересно. Прямо оригинальный, да, сказал, с небольшим приколом. Короче, я на маршрутке сейчас возвращаюсь в Донского. У меня сегодня смена. Времени 5:38. Ну, все как обычно. Еду по дороге. Короче, стал уже подъезжать. Уезжал в 7, как всегда. А телефон был выключен, короче. Включаю телефон. Звонит мне напарник. Говорит: ты что же в дороге? Я говорю: ну да. Он говорит: я тебе звоню, дозвониться не могу. Я говорю: что такое? Ну, короче, говорит, у него там, я так понял, Новый год продолжается, блин. Вот он говорит: езжай домой, я, говорит, за тебя подежурю, да. Я говорю: я не понял, говорит, что? Говорит: да все нормально, говорит, я там наряды закрою, за тебя все сделаю. Вот. Я говорю: ну что, если так, то вообще-то, да. Ну все нормально. Ну что, нормально, так нормально. Говорю: кота там покормить не забудь. А я как раз там сейчас этот корм Михалычу передал. Вот. Все собрал там со стола. Думал, там мандаринчик. И вот оно все как это. Ну что, прокатился. Вот сейчас еду обратно, блин. Ну что, вот, после новогоднего Москва, предрождественская уже, да, скоро Рождество Христово, что-то осталось 2 дня, 4-5, там рождественский сочельник 6-го, и в ночь Рождество. Вот, видите, снега нет, но похолодало, ветерок свежий. Что касается ветерка, сейчас продолжим одну тему, блин. Мы пока там маршрутку стояли, ждали утром, блин, дубы дали, ветер боковой такой сильный. Вот про эти как раз остановки. Я сейчас там эту тему продолжу. Сейчас приедем, расскажу. Ну. А так, к народу никого, машин нет. Света в домах тоже нет. Короче, все отсыпаются. Выходные дни до 9-го. 9-го только народ поедет на работу. Это здесь остановка, скажу, называется. Это какой-то завод. Завода тоже давно в помине нет. Вот, а это поворот в сторону Видное, на Видное туда, Расторгуево. Вот как раз это здесь этот поворот. Вот где супермаркет Мираторг. Вот. Ну и мне сейчас тут что осталось, минут 10. Сейчас возле рынка там выскочу и домой. Включая телефон, у меня 54 смс-ки, короче. 54 смс-ки. 20 что-то с чем-то пропущенных звонков. А я телефон как выключил в новогоднюю ночь. Он у меня как в кармане был. Батарейка села, блин. Кстати, завтра, послезавтра, нашел батарейки на Nokia 6233 у меня. Вот. Две новых батарейки, оригинальных, нокиевских. Вот. Парень будет с Москвы ехать, захватит мне. Вообще нет, потому что сейчас никто этим не пользуется. За дешево, вообще по 150 рублей, блин. А я брал, что-то вообще рублей, наверное, 800, что ли, тогда упал. Это года 3 назад. 4. Ну, у меня уже батарейка, смотрю, плохо держать стала. Что? Вот такие дела, блин. А это Бутово. Вот сейчас проезжали Бутовский полигон. Это здесь направо.
Да, народу практически никого не видно. Так, кое-кто. Видите, дорога пустая практически. Выходные. Выходные. А раньше было так всегда. Почти всегда. Вот что касается нашего городишки. И это было Подмосковье. И это был такой типичный такой спокойный, тихий такой пригород Подмосковья. Вот. Дорога была обыкновенная здесь. Вот, то есть то колейка, да, туда-сюда. Вот. Вот этого ничего не было. И дорогу можно было спокойно перейти в любое время практически всегда. Вот такое было движение. Это сейчас... быстро меняется. Просто офигенно. Это сейчас Москва теперь. Новая территория Москвы. Кстати, сегодня всю ночь. Ночь опять не спал. Копал по департаменту государственного имущества Москвы. Всю документацию. То есть, чего, никто. Это не государственная контора. Мне просто было там сомнение кое-какое. На самом деле это не государственная контора, ОГРН это показывает. То есть начинается с двойки, если ОГРН, значит это государственная, а с однушки, значит юридическое лицо. А начинается с однушки, начал копать, на самом деле это обыкновенное ООО. Вот и весь хрен. То есть чтобы они хотя бы с вами как-то имели отношения и вообще с вами, вот, у них должна быть доверенность. Представитель там и так далее, то есть, понятное дело, обыкновенная фирма. Ну, я так, собственно, и подозревал. Так, ну что, вот к Черненькову подъезжаю. Обернулся за полчаса туда-обратно прокатался. Стольник прокатал, и хрен с ним. Зато теперь, блин... Домой это, домой ходил. На работу теперь, блин. Я вот думаю, надо куда-то ехать, махнуть на выходные. Блин, может, к Михалычу? Сейчас надо будет прикинуть или еще куда-нибудь. Столько дней здесь дома сидеть, я не собираюсь. В теплые края, блин. У меня время есть. С деньгами, правда, херово. Да, вот эти дома. Эти вот все четырехэтажки хорошие, тоже под снос. Кстати, эту тему сегодня тоже копал. Вот. Много чего открыл. Вот. Ладно, вот я сейчас уже выхожу, продолжим тему по остановкам. И, наверное, на сегодня такой длинный январский вложек заканчиваем. Такой дорожный. Всем с добрым утром. Видео прям выйдет сейчас буквально. Когда мы придем, компьютер подключу, ноутбук. Здесь остановите. Где-нибудь здесь, да. Угу. Спасибо. Итак, та тема, про которую я там хотел поднять. Вот они, эти остановки, которых поломали и натыкали сейчас по всей Москве. Блин, они сквозные. Во-первых, все стеклянные. Ну, стекляшки, это понятно, почему делают, чтобы людей было видно. Ну, понятно, да? Для чего? Самое хреновое, что частенько вообще нет одной стороны. Ветер как раз боковой. Блять, какой дурак, блять, я говорю, кому в голову взбредает вот это стояла нормальная такая добротная остановка. В Москве то же самое. Все поснесли, блять, понаставили этого дерьма, блять. Где они это берут? Европейского типа? Американского? В Майами, блядь, эту схему, что ли, им подбросили? Ну, это, конечно, это, ладно здесь, говорю, блядь, а где-нибудь в Сибири там, да? То есть просто вот с крыши и все, и причем крыша-то... То есть о чем задуматься. То есть все против делают. Все против морали, против принципов каких-то. Блин,
говорю, сегодня просто я хотел снять, времени не было. Народу много, автобус так не дождались. Толпа вся собралась за этой стенкой вот здесь вот. А остановка пуста стоит. Так, ну что, едем со смены домой. Будем сейчас прикидывать план, куда-нибудь махнуть. Сейчас я, если что, у соседа немного деньжат займу. И посмотрим, куда можно махнуть. Вот это у нас те дома, которые еще не сломали. Видите, окошки еще горят, слава богу. Вот. Это по почтовой. Это продолжение тех роликов по слому домов. Хотел я, кстати, снять через месяц. Ну, ничего как бы не изменилось. Они все тут убрали и уехали. Ждут весны, наверное, или пока всех выгонят. Здесь вот тоже еще. Там, видимо, вот смотрел, там гирлянды новогодние. Вон там кто-то просто... Гирлянда горит новогодняя. Это хорошо. Вот. Здесь еще пока тоже все как было. Вот эти два дома стоят. Здесь уже ничего нет, как будто ничего и не было. Так что вот такой вот первый вложик в этом году. Такой дорожный, утренний. Да, год начался интересно. Да, как год начнется, так его проведешь. Как бы меня в этом году с работы таким не выкинули. Может быть. Ну, в принципе, это такое обстоятельство. Просто, говорю, телефон выключился. Я, может, даже сегодня не поехал. Хотя у меня тоже такое же было. Вот. Ну, ладно. Еще раз, мои друзья, не знаю, уже, наверное, все эти новогодние поздравления, блин, все обрыгли, никому нафиг не надо, я телевизор так не включал, блин. Вот. То есть просто вот начались обыкновенные будни. Что-то изменилось, да ничего не изменилось, просто день поменялся на другой день, вот и все. Интересную информацию еще и сегодня утром. Один рассказывал, говорит, что лучше всего Новый год праздновать с утра. Вот. Потому что как бы ночью ненормально. Вот все это. Ну, слушай, может быть, в этом есть смысл. Да, был здесь 4-й дом. Сейчас ничего нет. Вот, ну ладно. Пойдем разрабатывать план. А поездки куда-нибудь, потому что выходные дома сидеть, блин, ну нет смысла. Так что еще раз всем пока, всего самого наилучшего. 4 января 2019